Вы можете конкретных предложений мы не давали, действительно, потому что у нас не готова оценка. Мы можем давать конкретные предложения, когда у нас оценена стоимость, и мы им даем стоимость газотранспортной системы для участия в консорциуме. А пока нет оценки, мы действительно говорили с еврокомиссаром по энергетике о том, что мы будем создавать консорциум, мы ему направили письмо, что мы готовы их рассматривать в качестве партнеров. Но конкретных данных мы им действительно не давали. Вчера объявлен тендер на отбор оценщика по консорциуму и по газотранспортной системе. И после завершения оценки мы будем готовы предоставить информацию европейским партнерам.